выброшенные на улицу парты, расколотые, подожженные оморосил мелкий, колючий октябрьский дождь. Все тлелось. Почти каждая репетиция без слез не обходится, у меня, по крайней мере, точно. Это одна из сцен, когда мать вспоминает свою дочь, это почти в начале, она вспоминает ее перед войной, когда начинается война. Мы нашли, когда они готовятся к балу выпускному, и вот я думаю, что эта сцена для нас стала ключевой в постановке, потому что мы от нее отталкивались, и сам жанр из нее выходил. 21 июня был вечер выпуска 10 класса. Мы всем 9 мая решили прийти на этот вечер в полном составе, потому что там чудесные ребята. А еще, хоть мы как гости, как участники и как соперники, но мы посмотрим, как у них там все устроено, и в следующем году сделаем такое ослепительный бал, какой еще не снился ни одному выпуску. Любая строчка, любое слово – это удар в самое сердце. На ее плите могильной у нее выбиты строчки Островского. Суть в том, что мы должны умереть, чтобы другие люди жили счастливо. Наступила темнота. Не ходи за ворота. Кто на улицу попал, заблудился и пропал. Мы не идем по реалистичному пути. То есть у нас не документальный спектакль, вот прям шаг в шаг. И, соответственно, мое пространство, оно тоже. То есть оно именно на эмоциональном уровне работает. У нас и эшафот присутствует, и цинковый гроб. Она живая среди нас, Любовь Тимофеевна! Да.